Итак, добрый день, студенты второго мега. Мы продолжаем цикл лекций по предмету биофизика. На прошлом занятии мы остановились на теме молекулярная биофизика и биофизика мембран. И парочку вопросов. Как меня слышно? Ответьте, вы меня слышите хорошо или нет? Итак, непосредственно. Вошла первая Екатерина Болгарева, группа 215. Вы можете мне конкретно ответить, как вы меня слышите? Итак, повторяю вопрос. Как вы меня слышите? Хорошо. Тогда продолжаем. Итак, на прошлом лекции мы остановились на вопросе биофизика мембран. Напоминаю, что молекулярную биофизику мы разобрали. Теперь просто пролистаю. Это все было. Если у вас появляются вопросы, вопросы задавайте преподавателям на практических занятиях. Итак, переходим к вопросам биофизики мембран. Итак, прежде всего, мембрана – это первый, скажем так, эволюционно возникший механизм защиты элементов жизни от окружающей среды. Мы должны будем сегодня рассмотреть основные свойства мембран, функции, ну и какие-то, скажем так, элементы физических свойств. Начнем с вопроса виды биологических мембран. Биологические мембраны встречаются в первую очередь клеточные, и их называют еще цитоплазматические. Данная клеточная мембрана окружает каждую клетку. В принципе, как ядерную, так и неядерную, это вы знаете хорошо. Но в ядерных клетках существуют еще отдельные ядерные мембраны. Их две, для более надежной защиты. Кроме этого, все внутриклеточные структуры, такие как митохондрии, аппарат Годжи, лизосомы и так далее, представляют из себя бесслойную фосфолипидную мембрану, то есть типичную биологическую мембрану. Кроме биологических мембран, есть еще искусственные мембраны. Мы их, в принципе, разбирали на прошлом прошлой лекции. Итак, рассмотрим непосредственно функции биологических мембран. Большинство из вас это знакомы, поэтому я кое-что вынужден буду просто повторить для того, чтобы синхронизировать всех студентов. Итак, функции. Основная функция – это функция барьера. Прежде всего, мембрана отделяет клетку от окружающей среды и разделяет внутренние объемы клетки на изолированные отсеки, так называемые компартаменты. Кроме этого, мембрана биологическая играет очень важную транспортную функцию. Она позволяет обмениваться клетки веществом с окружающей среды. Обращаю внимание, что эта функция, так называемая, является избирательным транспортом клеточных мембран. Что-то она пропускает, что-то не пропускает. Третья функция – это функция так называемой монтажной платы или матрицы, на которой располагаются на определенном порядке белки, белковые ансамбли, ну, в общем-то, и сахара.
новые поля сахара. За счет именно существования монтажной платы существуют внутренние цитерские клетки и внешний слой гликокалиц. Мы еще об этом поговорим. Четвертая функция – функция механическая. Ну, в общем-то, функция барьерная. Она как бы включает в себя защитный элемент. Но механическая функция прекращает, скажем так, защищая клетку от воздействия к различных механических воздействий, в частности, от давления. Кроме этого, кроме основных четырех функций, присущим всем клеточным биологическим мембранам, есть клетки, у которых есть свои собственные специфические функции. Например, функция транспорта. Есть клетки, у которых есть транспорт сахаров, скажем так, транспорт органических соединений, специфичных для данных клеток. Ну, есть, конечно же, особые функции, связанные тоже с транспортом ионов, позволяющие клеткам генерировать так называемые потенциалы покоя, потенциалы действия. Не все эти клетки к этому способны, только так называемые возбудимые клетки, нервные и мышечные. Потом, конечно же, осуществляется функция переноса электронов на кислород и синтез АКФ, ну, присущая только клеткам, скажем так, которые используют кислород для окисления в восстановительных реакциях. Дальше. Перенос ионов кальция из клеточного, скажем так, вещества внутрь визикул. Поглощение кланков света и генерация потенциала действия по этим физическим факторам. Кожа присуща не далеко не всем клеткам. Ну, в общем-то, как мы выяснили, что все функции делятся на общие и специфические. Перейдем к вопросу химических составов. Биологическая мембрана. Биологическая мембрана состоит из четырех компонентов. В первую очередь она называется биопидная, куда входят, конечно же, липиды. В основном это фосфолипиды, но могут быть гликолипиды и стероиды. Фосфолипиды, прежде всего, это амфифильные молекулы, и они определяют основные свойства биологической мембраны. Кроме этого, в состав биологической мембраны входят белки. Амидиэксер, это вы, наверное, уже все знаете, я просто вынужден повторить, интегральные периферические, то есть, скажем, пронизывающие всю бессловную мембрану и находящиеся на поверхности, как снутри, так и снаружи. По функциям диэксера – ферментативные, транспортные, рецепторные, структурные. Углеводы. Прискармливают Г-галактозы, Г-глюкозы, ксилозы. В основном, конечно, не находятся на поверхности внешнего слоя мембраны и прискармливают из себя гликокалиц. Углеводы могут быть прискармливаны гликолипидами и гликопротеинами. Обращаю внимание, что вага является обязательной составляющей любой биологической мембраны. Она может быть свободной, находящейся снаружи и внутри мембраны связаны, то есть, конечно, находящиеся между слоями и вблизи внешнего и внутреннего слоя. Причем она связанная при помощи водородной связи, захваченная, находящаяся только внутри биопидного слоя. А кроме химического состава у биологической мембраны есть так называемые физические свойства. Особыми физическими свойствами обладают, прежде всего, жилые биологические мембраны. То есть в живых клетках они находятся в жидкокристаллическом состоянии. Что это значит? Что есть упорядоченное расположение фосфолипидов, белков, сахаров, но
Все компоненты находятся в постоянном движении. Они могут перемещаться относительно друг друга. Об этом говорит уже второе, скажем так, свойство. Биологические мембраны обладают подвижностью компонентов. Если за, скажем так, стабильность отвечают, ну, скажем так, довольно сильные химические связи, поскольку ковалентные, то часть связи являются ионами, могут развиваться и возникать. В этом случае компоненты могут перемещаться относительно друг друга. И биомембраны обладают поверхностным электрическим зарядом. Ну, это позволяет им участвовать в процессах межклеточного взаимодействия, определяют процессы, скажем, адгезии клеток, агглютинации и так далее. Кроме этого, хотелось бы обратить внимание, что толщина любой бесслойной фосфолипидной мембраны примерно от 7 до 15 нанометров. Они обладают электроемкостью. Они по своим свойствам очень похожи на конденсатор. Фосфолипиды диаэтрит разделяют два проводника – электроик-цитоплазму и электроик-энтоплазму. У них есть определенное электрическое сопротивление – порядка 10 в 4, 10 в 5 Ом/кг. Довольно высоко, потому что фосфолипиды являются диаэтритом. Есть понятие электрического пробоя – это электрическое напряжение, при котором происходит разрушение клеточной мембраны. Характеризуется поверхностным натяжением. Поверхностное натяжение, конечно же, это вязкий слой мембраны. И снаружи оно несколько выше, внутренняя часть несколько ниже. Проницаемость для воды микрометр на секунду показывает, что фосфолипидные мембраны хорошо, в принципе, проницаемы для молекул воды. Они полярны, молекулы воды, за счет этого они легко проходят через саму мембрану. Исторически сложилось, что на сегодняшний день рассматривается несколько моделей строения биологических мембран. Начнем с самой первой. Впервые была предложена модель, так называемая бутербродная, Галлея Галсона. Они, исходя из определенного химического состава мембраны, это прежде всего белки и фосфолипиды, предложили такую сложную модель, двойной липидный слой, что было совершенно правильно, и внешний и внутренний слой белков. Данная модель полностью объясняла химический состав, но не смогла объяснить избирательную проницаемость мембран. Если фосфолипидный слой представляет из себя слой проницаемый для молекул воды, например, то белковая поверхность, наружная поверхность, состоящая из белков, не пропускает молекулы воды. Но она, в принципе, выполнила свою функцию, она объяснила химические свойства. Ну, была быстро изжита, хотя прошла еще несколько десятков лет. Буквально через несколько десятков лет, в 1972 году, было предложено самая более-менее, скажем так, благополучная модель, принадлежащая Синглеру и Никольсу. Она получила название жидкокристаллической модели. На сегодняшний день она еще дается в некоторых учебниках природы как современная. На самом деле она современной не является, но она жидкоскорой современной. Прежде всего, жидкомозаичная жидкокристаллическая модель состоит из двойного слоя фосфолипида и белков, которые могут быть интегральными поверхностными. Интегральные белки определяют транспорт через мембрану, поверхностные какие-то рецепторные свойства. Но далеко не все. В дальнейшем было установлено, что форма клетки, ее механические свойства, осмотические, скажем так, давление, которое в ней создается, не может быть объяснено только структурой жидкокристаллической модели. Плюс ко всему, мощнейшие межклеточные взаимодействия, рецепторные свойства не могут определяться только существующими белками. Поэтому в конце прошлого века была предложена так называемая синтетическая модель биологической мембраны. Она состоит прежде всего из основы, которая была предложена еще в 1972 году, гомозаичной, но включает в себя бета-каликс. Это гликолипиды, гликопропиды, находящиеся
на поверхность мембраны и так называемые цитоскелеты. Это белки пектин, ангиотензин, которые формируют механические свойства, отвечают за механические свойства клетки и служат как бы якорными белками для крепления внутренних структур. Таким образом, модель биологической мембраны, она на сегодняшний день называется синтетической, объясняет рецепторные свойства, конечно же, транспортные функции и строение практически всех существующих биологических мембран. Очень важной функцией для любой биологической мембраны является мембранный транспорт. Мы не можем останавливаться на всех функциях, остановимся только на наиболее важных функциях. Мембранный транспорт представляет из себя два вида транспорта. Прежде всего, это пассивный транспорт и активный. Отличие пассивного к активному. Два параметра. Пассивный транспорт по градиенту концентрации, то есть из области большей концентрации в область меньшей концентрации. Всегда. И без затрат энергии. Активный транспорт всегда работает против градиента концентрации и затрат энергии. Как вы видите на рисунке справа, свободно совершенно проникают через мембрану малые молекулы, это кислород, азот, молекулы бензола, вода, мочевины, глицерин. А большие молекулы, ионы, практически не проникают через поверхность, через бесслойную биологическую мембрану. Видимо, для их переноса необходим уже специальный транспорт. Иллюстрируется, скажем так, на рисунке отличие активного транспорта от пассивного. То, что активный транспорт использует молекулы клеток чаще всего и, скажем, использует какую-то работу обязательно по переносу вещества. А пассивный транспорт идет как бы по горку, всегда из области больше, конкретно в область меньше, и энергии не требует. Более детально познакомимся сейчас с видами пассивного транспорта веществ через биологические мембраны. На сегодняшний день общепринято рассматривать 4 вида пассивного транспорта. Это осмос, это диффузия, которая делится на простую и облегченную, и фильтрация. Напоминаю, осмос мы рассматривали на прошлой лекции, это движение молекул растворителя из области с меньшей концентрацией вещества растворенного в область большей концентрации. Переводящие космотрии появления осмотического давления. Пассивный транспорт, предсказанный простой диффузии, делится на 3 механизма. Плоско, через липидный слой, это обычно очень маленькие молекулы, например, кислород, углекислый газ. Через поры липидного слоя оказывается, да, существуют как небольшие отверстия, дырки липидного слоя, через которые могут проходить более крупные молекулы. И так называемую через белковую пору. Если поры липидного слоя, они открываются случайным образом, являются стахастическими, случайными, но они существуют, то белковая пора может быть так называемым уже регулируется какими-то видами взаимодействия. Это особый вид транспорта. Дальше. Есть понятие облегченной диффузии с использованием определенных, это специфический транспорт, с определенным так называемым переносчиком. Есть подвижный переносчик, чаще всего роль переносчика это белки. А захватывая молекулы, они перемещаются через мембрану и с фиксированным переносчиком, когда белок плоско позволяет пройти через двойную фосфолипидную мембрану за счет каких-то дополнительных механизмов, сам при этом не перемещаясь из одной области мембраны в другую. Фильтрация.
Это транспорт, пассивный транспорт веществ под действием гидростатического давления. Ну, фильтрация, прежде всего, вода. Итак, рассмотрим механизмы активного. Нет, давайте мы сначала рассмотрим еще более детально диффузию. Рассмотрим диффузию, как, в принципе, наиболее широко распространенный, простую диффузию, механизм пассивного транспорта. В принципе, диффузии могут быть разные по механизму, как простая, как через канал мембраны, например, VPP, ну, например, электрополез ионов, действие внешней силы. Простая диффузия подчиняется закону Фика для пассивного транспорта через мембрану. G, так называемый поток вещества, диффундирующего в единицу времени, будет пропорционален градиенту концентрации данного вещества, где G – это коэффициент пропорциональности, который называется коэффициентом диффузии. GC на GX – это градиент концентрации. Ну, GC – это разность концентрации. Dx – расстояние, на которое диффундирует данная молекула и вещество. Поток вещества будет связан еще с понятием проницаемости. Он будет равен минус P на разность концентрации. Проницаемость, коэффициент проницаемости мембраны связан с коэффициентом диффузии D и коэффициентом распределения отношения C1 к C2, делим на толщину мембраны. В принципе, формула совершенно несложная. Есть более простые законы Фика, мы их рассматривали на прошлом занятии. Но это как бы они более усложненная формула для демонстрации понятия проницаемости мембраны, потому что проницаемость мембраны очень важная, скажем так, величина, характеризующая способность вещества и иона проходить через мембрану. Разные для разных веществ. Итак, рассмотрев основной, скажем так, механизм пассивного транспорта, перейдем к активному транспорту. Виды активного транспорта. Их три. Первичный, вторичный и визикулярный. А первичный транспорт – это перенос, прежде всего, ионов за счет использования молекул АКФ. А представляем, перенос электронов через мембрану митохондрии, перенос водорода через кожу мембрану митохондрии, потом калий-натриевый насос, перенос калия внутрь клетки, натрия наружу за счет так называемого активного транспорта, первичного активного, перенос ионов кальция через мембрану саркоплазматического ретикула. То есть первичный использует энергию молекулы АКФ и связан с ионами. Вторичный. А чаще всего вторичный, конечно же, связан с переносом ионов, но использует энергию сопряженных процессов. То есть напрямую энергию АКФ он не использует, а использует энергию, например, так называемую потенциальную энергию химических взаимодействий, химического потенциала или электрохимического потенциала. Дирекса. На три вида – униплок, симплок и антиплок. Чуть подробнее я расскажу об этом через буквально несколько секунд. И так называемый везикулярный транспорт. Итак, более детально остановимся. Первичный активный транспорт осуществляется против конституционного градиента. Он специфичен. Натриевая система не перекачивает, умекается, например. Необходима энергия АКФ чаще всего, ну и иногда используются другие источники энергии. И обменивает один вид на другой. И избирательно подавляется блокирующими агентами. Например, так называемые ядры блокируют именно калий-натриевый насос. Вот примеры калий-натриевого насоса. Это, конечно же, сам непосредственно калий-насос, ой, пример первичного активного транспорта.
Это перенос отдельной ионов на калия друг на друга, обмен. Дальше ионы кальция без обмена. И ионы водорода тоже без обмена. То есть пункт 4, один вид на другой, это, скажем так, свойство не обязательно. Рассмотрим вторичные механизмы вторичного активного транспорта. Унипорт. В этом случае у вас транспортируется один ион. Катится энергия экохимического потенциала. А может быть использован либо ион, нет, но в принципе чаще всего, конечно же, ион. Дальше. В этом случае происходит перенос заряда, и это ведет к изменению электрохимического потенциала. То есть уни переносится один ион, и он против градиента концентрации. Антипод переносится два иона, причем разным имен. Извините, причем одноименных. То есть минус переходит внутрь, такой же минус, но другого типа переходит наружу. Например, ион того же, например, хлора, ион на. Ион хлора меняется, например, на ион отрицательный какой-нибудь стол. В этом случае мы видим движение двух ионов на счете группу, электрохимический потенциал не меняется. И симпорт, катион и анион перемещаются вместе. Электрохимический потенциал не меняется, а движение ионов наблюдается. И еще один вид транспорта, так называемый везикулярный. Везикулярный транспорт прежде всего делится на пинксиклус и экситоклус. Если перемещаются жидкие, называются пиноциклоз, энго и экзоциклоз. Если перемещаются жидкие, пиноциклоз, твердый фагоциклоз. С механизмом вы наверняка знакомы из биологии. Буквально недавно, десятков лет назад, везикулярный транспорт отнесли к активному транспорту, трансмембранному. Прежде всего было доказано, что при изменении, формы и проникновение веществ через мембрану закачивается определенная энергия. Это энергия сопряженных процессов. И транспорт мембран бьет всегда по противогодиенту концентрации. То есть признаки выполняются. Так, на сегодня мы с вами закончили тему молекулярной биофизики мембран. И перейдем к новой, очень близкой теме, называется термодинамика биологических процессов. Для того, чтобы вы смогли на нее настроиться, я, наверное, сделаю в ней расписание 5-минутный перерыв, ровно 5 минут отдохнем, после этого продолжим лекцию по биологической термодинамике. Итак, перерыв 5 минут.
Все, спасибо большое. Звук пошел, да? Ага. Какая аудитория у вас? Что? Аудитория какая? А, ну, вы сказали 11. Ага. 11. Итак, я думаю, что уже прошло 5 минут, хотя я не совсем сидел за временем. Продолжаем. Переходим к очень близкой тематике. Это термодинамика биологических процессов. Так, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Меня сейчас слышно хорошо? Повторяю вопрос. Повторяю вопрос. Как меня слышно? Итак, последним зашел. Ага, все. Продолжаем. Итак, для начала попробуем рассмотреть первую часть этой темы. Называется она термодинамика биологических процессов. Мы рассмотрим 5 вопросов. Основные понятия термодинамики, понятия термодинамических систем, термодинамических параметров, состояние процесса. Рассмотрим первое, начало термодинамики, особенности применения биржевых систем, включая энергию в неравновесном состоянии. Обратим внимание на понятие обратимых и необратимых процессов и сформулируем второе начало термодинамики для живых объектов. Рассмотрим объединенный первый и второй закон термодинамики. И рассмотрим, пожалуй, самую важную часть этой лекции – это теорема Пригожина.
Итак, обращаю внимание, что многие из подвопросов данной тематики вы осматривали еще на стене. Переходим к вопросу номер один. К основным понятиям термодинамики относится термодинамическая система. Она бывает изолированная, то есть система не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией. Закрытая, она обменивается энергией, но не обменивается веществом. Открытая, обменивается с окружающей средой и веществом, и энергией. В школе вы в основном работали с изолированными системами. Именно для этих систем сформулированы основные законы термодинамики, ну и так далее. Эта система является очень простой, но в реальном мире они не существуют. Это так называемая идеальная система. Идеальная система – это закрытая и открытая. Закрытую систему получить довольно легко. Берете любой сосуд, закрываете его пробкой и все. Данный сосуд обменивается энергией, может нагреваться, может раскрывать, но веществом не обменивается, если он герметичен. Открытые системы наиболее сложные. Например, наш организм относится, конечно же, к открытым термодинамическим системам. Он обменивается, поглощает и выделяет вещество и, конечно же, энергию. Мы нагреваемся за счет внешней температуры и охлаждаемся за счет излучения и сброса излишней теплоты. Рассмотрим понятие термодинамических параметров. Параметры – это физические величины, описывающие данную систему. Они бывают макро и микро. К макро относится прежде всего температура, измеряется в градусах Кельвина. Объем в системе Си измеряется в метрах кубических. Давление измеряется в паскалях. И масса вещества измеряется в килограммах. Их 4. Обратите внимание на некоторые нюансы перевода системных единиц в несистемные. Например, 1 литр – это 10 минус 3 метра кубического. Ну и так далее. Это мы заметили на практических занятиях. Микропараметры описывают частицы, входящие в термодинамическую систему. Это может быть число молекул N, это может быть масса одной молекулы, или, например, число электрического вещества в молях. Уравнение состояния устанавливает связь между макро- и микропараметрами. Это известно, например, уравнение состояния Клайпедрона Менделеева, где макропараметры давление, объем, температура связаны с количеством вещества через R универсальную газовую паскалю. Обратим внимание на понятие термодинамические состояния. Термодинамические системы делятся, прежде всего, как бы на изолированные и открытые для крайности. Рассмотрим изолированные системы, то, что увеличают в школе. В них в результате обмена между энергиями, между энергиями частиц, как включенную в систему, устанавливается всегда термодинамическое равновесие. То есть все параметры по всему объему системы одинаковы и не меняются с течением времени. В открытии термодинамических параметров, особенно в живых системах, наблюдается интересное явление скоксонарного состояния. Все параметры одинаковы в течение времени, но могут быть совершенно различны по объему. Вот, например, температура в организме человека внутри самой высокой области печени 38 градусов, на поверхности пальцев 32. Она разная по величине, но с течением времени она не меняется. Таким образом, организм человека представляет из себя открытую термодинамическую систему, находящуюся в скоксонарном состоянии. Очень важным понятием является термодинамический процесс. Это переход термодинамической системы из одного состояния в другой. Ну, связан с изменением параметров. Они делятся на обратимые и необратимые. Обратимые термодинамические процессы
В этом случае термодинамическая система возвращается в первоначальное состояние без изменений окружающей среды. Это возможно только в идеальном случае. Например, это закон идеального газа. Закон, например, более малюка, кальдированная какая. Необратимый процесс – это идеальный процесс. В этом случае система возвращается в первоначальное состояние только при изменении окружающей среды за счет какой-то дополнительной энергии. Все реальные процессы являются необратимыми. Ну, типичный пример. Если мы подбрасываем на какую-то высоту мячик, то при падении на землю он на эту высоту уже никогда не сможет подпрыгнуть, потому что часть его энергии механической, которую он набрал на высоте, была потрачена против сил трения. То есть необратимые процессы являются прежде всего реальными, потому что учитывается работа против сил сопротивления, приводящих определенные виды энергии в тепловую энергию. То есть все реальные процессы идут с потерей энергии, и поэтому являются необратимыми. Сколько это запомнить. Дальше. Можем сформулировать, исходя из этого, первый закон термодинамики. Он очень простой. Изменить внутреннюю энергию можно двумя путями. Путем совершения работы и путем теплопередачи. Дельта У – это изменение внутренней энергии равно работе, либо теплопередаче. А перед работой и теплопередачей можно сказать как плюс, как и минус. Если мы увеличиваем внутреннюю энергию, то работа и теплопередача, количество тепла, полученное телом, положительные. Если система уменьшает внутреннюю энергию, они могут быть со знаком минус. Обращаю ваше внимание, что данный закон, в общем-то, справедлив и для живых систем. А чаще всего организм человека, например, изменяет свою внутреннюю энергию за счет энергии питательных веществ, которая преобразуется, выделяется в виде энергии при помощи реакции окисления, запасается в молекулах АТФ и может быть использована на работу организма. Причем, так как все процессы необратимы, часть энергии выделяется в виде теплоты, ну, теплока, в общем-то, выделяется в окружающее пространство. То есть энергия питательных веществ идет на работу организма плюс теплока, выделяемая в организме. Что совпадает с первым началом термодинамики. Сколько обратить внимание, что работа организма – это не только физическая работа, которая совершается в организме, это еще другие виды работы. Это может быть работа химические взаимодействия, осмотрическая работа. И наибольшее количество энергии тратится на поддержание неравновесных состояний. А мы знаем, что внутри и снаружи клетки концентрация разных веществ различных. Существуют механизмы активного транспорта, поддерживающие эту концентрацию. И на работу этих механизмов активного транспорта тратится энергия. Так вот, оказывается, что большая часть потребляемой энергии в организме человека идет на поддержание неравновесных состояний. То есть на энергию неравновесных состояний. Энергия неравновесных состояний рассчитывается как μRT, нелогарифм C2C1. C2C1 – это у вас концентрация, например, вещества снаружи и внутри клетки. Ню – количество вещества, участвующего в поддержании концентрации, R – универсальная газовая постоянная, это температура. Рекомендую эту формулу пока что не использовать, мы еще к ней вернемся, будем ее более детально разбирать. Итак, переходим к вопросу второе – начало термодинамики. Второе начало термодинамики, прежде всего, известно вам вещество, и определяет направление передачи теплоты, один из вариантов. Теплота самопроизвольно переходит от тела с высокой температурой к телу с более низкой температурой. Или наоборот, не может переходить от тела с низкой
Здесь, скажем так, вторая формулировка данного второго закона термодинамики, говорящая о том, что в реальных, так называемых, необратимых термодинамических процессах, идущих в открытых термодинамических системах, часть внутренней энергии рассеивается в виде воды. Если у вас наблюдается термодинамический процесс, идущий с изменением внутренней энергии, то конечная внутренняя энергия процесса всегда будет меньше, чем начальная. Часть энергии начальная уйдет в виде воды. Когда необратимость термодинамического процесса характеризуется именно экотеплотой, потерянной в процессе. Практически является величина, называемая энтропией. Энтропия равна теплоте, которую потеряла система в данном процессе, температуре, при этом, при которой это произошло. Поэтому энтропия будет измеряться в джоулях на градус и является характеристикой необратимости термодинамического процесса. Попрошу это запомнить. Рассмотрим объединенный первый и второй закон термодинамики. В принципе, внутренняя энергия термодинамической системы, это его формулировка, равна сумме свободной и связанной энергии. Свободная энергия – это энергия, способная тратиться на работу. Же связанная энергия, а не способная превращаться в другой вид энергии, тем более превращаться в работу. Чаще всего это теплота. Связанная энергия будет связана с теплотой через энтропию, равна Q, и энтропию умножить на температуру, исходя из предыдущей формулы. Когда объединенный закон выглядит как внутренняя энергия, будет равна свободной энергии плюс энтропия, умноженная на температуру. Закон, в общем-то, показывает интересные закономерности. Вот, например, сравним внутреннюю энергию заряженной батарейки и разряженной. Если сумма, скажем так, суммарная энергия заряженной батарейки складывается из энергии распределенного заряда, то есть способности к совершению работы, и тепловой энергии, то суммарная энергия и внутренняя энергия разряженной батарейки будет составляться только тепловой энергией. Работы совершить разряженная батарейка не может. Так же и в организме человека. Вся внутренняя энергия нашего организма представляет из себя сумму свободной энергии и связанной. Свободная энергия – это прежде всего энергия питательных веществ и энергия молекулярных аккумуляторов, которые хранят эту энергию, молекулы АКФ. А связанная энергия – это энергия теплового движения, хаотичная энергия теплового движения всех молекул атомов, входящих в наше тело. Если свободная энергия у нас исчезает, то организм прекращает свое существование. Вот немножко ближе мы и подобрались к этой тематике. Тематике пятого вопроса. Итак, пятый вопрос звучит как теорема Пригожина. Формулировка довольно несложная, а звучит как: в открытых термодинамических системах, находящихся в стационарных состояниях, изменение энтропии всегда положительно и минимально по значению. Вроде бы это простая формулировка, но за формулировку и доказательство данной теоремы 50 лет назад Пригожин получил Нобелевскую премию. В чем же ее важность для врачей и биологов? Давайте рассмотрим. Итак, попробуем немножко интерпретировать. Открытые термодинамические системы – это живые объекты. Они все являются открытыми термодинамическими системами, находящийся в стационарном состоянии. Напоминаю, стационарное состояние – состояние постоянства параметров. Очень похоже на понятие гомеостаза. То есть в живых организмах, находящихся в состоянии гомеостаза, изменение энтропии всегда положительно. То есть все процессы являются необратимыми и идут к выделению теплоты. И минимально по значению. Вот это уже интересный вариант. То есть стационарное состояние – изменение в деле теплоты минимально.
Ну, давайте подумаем, почему. В принципе, математически эта, скажем так, теорема выглядит как ΔS на ΔK больше нуля, прирост энтропии существует в любой открытой экономической системе, и ΔS на ΔK стремится к нулю. Эту теорему в биологии назвали теоремой смерти и жизни. Например, что обозначает ΔS на ΔK больше нуля? Это значит, что выделившаяся энтропия в конце концов, скажем так, замещает всю свободную энергию и приводит к сбою систем, регулирующих в организме человека. Не только в организме человека, но во всех живых системах. То есть, другими словами, открытая термодинамическая система, находящаяся в стационарном состоянии, существует строго определенное время. Потом прирост к энтропии лишает ее запаса свободной энергии. Но почему? То есть доказывает математическое, скажем, существование смерти. Но вторая часть теоремы, ΔS на ΔK стремится к нулю, говорит о том, что все эволюционные процессы по усложнению, по совершенствованию механизмов в организме человека и в других живых системах направлены на снижение прироста энтропии, тем самым к увеличению продолжительности времени существования термодинамической системы, то есть к продолжительности времени жизни. В принципе, это видно из эволюции. Эволюционно простые, скажем так, объекты биологические существовали минуты, часы, дни. Более сложные годы, а наиболее совершенные биологические объекты, как мы с вами, млекопитающие, существуют десятилетия, некоторые даже добираются до скорек. То есть эволюция продвигается. Да, фактически энтропия, изменение энтропии в организме человека вкладывается из отрицательного потока энтропии из системы в среду. Это так называемый вход свободной энергии. Это за счет потоков питания, прежде всего. И положительный поток энтропии внутри системы. За счет того, что все процессы в организме человека являются необратимыми. Таким образом, мы наблюдаем с вами условное равновесие или формула, скажем так, ну, идеального уровня сказа. В принципе, динамика изменения энтропии в течение жизни, она не одинакова. В детстве прирост энтропии отрицательный, то есть поток энтропии больше, чем продукции. Во время зрелости поток энтропии и продукция уравнивают друг друга. Ну, а в старости продукция энтропии растет, что приводит к смерти организма. Итак, с первой частью, я думаю, мы разобрались, переходим ко второй части лекции по термодинамике. Вторая часть лекции называется «Терморегуляция организма». Попробуем разобраться, как термодинамика работает на примере организма человека. Начинаем. Рассмотрим 5 вопросов. Виды энергии, используемые живыми организмами, и источники энергии в организме человека. Второе. Как раз температурный гонный сказ, типы терморегуляции. Потом механизмы теплопродукции в организме, понятие основного обмена. Рассмотрим вопрос механизмы тепловых потерь и механизмы термостабилизации. И последние механизмы исследования энергетического обмена организма. Калориметрия, термометрия, тепловизм. Итак, переходим к первому подвопросу. Виды энергии, используемые живыми организмами. Итак, эволюционно, конечно же, первыми на планете Земля появились аутотрофы. Это прежде всего, скажем так, простейшие растения, кагая. Они использовали энергию Солнца. Единственным источником энергии на планете Земля для жизни является, конечно, Солнце. В основу было положено, скажем, явление и уравнение фотосинтеза, реакция фотосинтеза, где существующая на планете Земля вода, большое количество углекислого газа, под действием кванкоцита, синтезировались, то есть объединялись в сахар. Сахара, то есть молекулу глюкозы, К16H12O6, плюс выделялся только кислород.
сильно с момента появления алкоголя, что на планете сородился кислород. В дальнейшем эволюционно позже возникли живые объекты, такие как гетеротрофы. Они использовали уже питательные вещества химического плана, точнее, использовали химическую энергию химической связи в алкотропах. Они поглощали появившиеся углеводы, жиры, белки. И за счет этого при помощи кислорода, уже появившегося в атмосфере, окисляли их, получали избыток энергии. Данный процесс называется окислительное фосфорилирование. То есть, например, та же самая глюкоза за счет кислорода превращалась в H2SO2 и выделялась энергия, которая запасалась в критичной связи молекул АТФ и могла быть использована для работы организма. Обращаю ваше внимание, что мы наблюдаем с вами круговорот веществ в природе. Алкотрофы синтезируют, гетеротрофы разлагают. Химический состав на планете остается тем же самым. Но приток энергии, приток энергии, идущий на реакцию фотосинтеза, идет от Солнца. Поэтому еще раз говорю, что единственный источник жизни на планете Земля – это непосредственное излучение Солнца. Дальше. Конечно, мы принадлежим к гетеротрофам. И давайте посмотрим, каким же образом мы можем использовать энергию углеводов, жиров и белков. Есть понятие энергетической активности двигательных веществ. Вот, например, измеряется она в килоджоулях на грамм. Обращаю внимание, что на системе Си энергия измеряется в джоулях, килоджоулях – это 1000 джоулей, а масса измеряется в килограммах, грамм – 1000 килограмма. Каким образом наибольшей энергетической ценностью обладают жиры? 38 килограмм на грамм. Меньше углеводы белки, ну и еще меньше глюкозы. Рассчитать количество энергии, находящейся в данном питательном веществе, можно очень легко. Для этого надо энергетическую ценность умножить на массу питательных веществ. Например, массу еды питательных веществ можно просуммировать как массу жиров, находящиеся в них, умножить на энергетическую ценность жиров. Плюс то же самое для белков, то же самое для углеводов. Очень часто применяется понятие измерения более скамья для руки и калории. Но пересчет очень простой. Одна калория – это 4,2 джоуля. На любых пищевых продуктах, особенно упаковках, есть их энергетическая ценность. Она дается либо для 100 грамм продукта, либо для килограмма, либо для целиком. Например, для шоколадки написано 100 килокалорий. Вы можете посчитать, сколько энергии в джоулях будет находиться в этой шоколадке, предположим, массой 100 грамм. Ну, с этим уравнением более-менее все понятно. Основные характеристики организма человека, скажем, энергетические потребности являются понятие основного обмена. Основной обмен – это минимальный для будущего человека затраты энергии, объемный, строго контролируемый, стандартных условиях. Четыре условия определения основного обмена. Комфортная температура, положение лежа, эмоциональный покой и натощак. Величина основного обмена составляет 1 килокалория в 1 час на 1 килограмм массы тела. Таким образом, можно легко посчитать, например, основной обмен человека с массой, предположим, 50 килограмм. 50 килограмм умножаем на 24 часа и умножаем на 1 килокалорию. Получаем примерно 1200 килокалорий в сутки. Это вам минимально необходимая энергия. Но эта энергия не учитывает работу, которую выполняет человек. А с учетом работы, конечно, уже получается и, скажем так, норма для потребления энергии света. Основной обмен только поддерживает минимальное, скажем так, условие жизни. Дальше. По энергопотреблению органы можно условно разделить на несколько групп.
высокопотребляющие печень, мышцы все, мозг довольно много, почки 7%, сердце 9%. Другие органы, скажем так, потребляют не более 15%, 14-15%. Печень, там высокий самый уровень метаболизма, мышцы, прежде всего и сердце, они постоянно работают, даже если вы не двигаетесь, все равно совершаются микродвижения и колебательные процессы. Мозг, само собой, разумеется, это мощнейший контроль того, как они ответственны. Сосуд, поддерживающий возбудимые ткани. Это примерно. Дальше. Механизмы теплопродукции в организме человека. То есть мы выяснили с вами, что человек получает энергию от питательных веществ. За счет окислительной восстановительной реакции, ОФ сверху. Эта энергия превращается в энергию АТФ. Причем она превращается не вся. На самом деле, конечно же, все процессы необратимы, и часть энергии питательных веществ теряется в виде теплоты Q1. Это примерно около 50%. То есть в процессе окисления питательных веществ половина энергии идет в молекулам АТФ, половина идет на так называемую первичную теплопродукцию. Дальше. Энергия АТФ отдается на выполнение различной работы в организме. Это может быть механическая работа, работа по поддержанию нервной концентрации и так далее. Но так как процессы необратимые, они тоже идут с выделением теплоты. И в этом случае при передаче энергии от АТФ на работу теряется примерно тоже 50% энергии, превращающейся в теплоты. Таким образом, мы получаем выделение вторичной теплопродукции. Обращаю ваше внимание, что в этом случае коэффициент полезного действия организма определяется как работа организма на энергию питательных веществ. Как он рассчитывается? Работа организма – это оставшиеся 25%, четвертая часть энергии питательных веществ – 100%. То есть в лучшем случае коэффициент полезного действия в организме человека равен 25%. 75% идет на тепловыделение, на теплопродукцию. То есть тепловых потерь довольно много, теплопродукции довольно много. Нисколько пукать теплопродукцию и теплопотери. Это несколько разные вещи. Является теплота, выделяющаяся в организме вены. Двойное, скажем так, состояние теплоты, она одновременно ведет к смерти его организма, и одновременно она используется в процессе эволюции для поддержания постоянства температуры тела человека. Это постоянство называется температурный гомеостаз, мы его рассмотрим немножко позже. Но существуют способы теплопродукции и существуют способы теплопотери. Температурный гомеостаз – это постоянская температура. Для того, чтобы температура была постоянной, необходимо, кроме получения теплоты, иметь мощные механизмы сброса теплоты. Какие бывают механизмы сброса теплоты, то есть механизмы тепловых потерь? Механизмы тепловых потерь делятся на три группы. Теплопередача – это процесс контакта нагретого организма с едой, имеющей другую температуру. Определяется по формуле близкой и знакомой вам из школы. Количество теплоты при теплопередаче определяется константой площадью организма и разностью температуры, умноженной на время. Обращаю внимание, сколько формулы входит в площадь организма. Это площадь контакта с окружающей средой. За счет тепловых потерь теряется 40% избыточной теплоты, выделяемой в организме человека. Дальше. Теплоизлучение. Это излучение за счет, излучение за счет излучения. Потеря теплоты за счет излучения.
Установленная в школе любой энергетики на высшей температуре окружающей среды излучает электромагнитное излучение пространства. Энергия этого излучения будет определяться по закону Стефана-Больцмана и пропорционально температуре четвертой степени. Поэтому теплоту, теряемую через излучение, можно рассчитать как константа, площадь организма человека, время и разность температуры организма и среды только в четвертой степени. Но более подробно с этим законом лучше познакомиться на практической части. У нас в этом случае не так много времени. А испарение пока. Да, это довольно эффективный механизм. При испарении пока с поверхности кожи теряется довольно большое количество энергии, идущей на процесс испарения, например, тоже жидкости в виде пока. Равен L утерянный пока испарение, скорость образования пока, площадь организма и время. Все тепловые потери, конечно, определяются площадью организма и все энергетическое потребление, энергопотребление организма определяется его площадью. Обращаю внимание, что здесь допущена вроде бы как небольшая ошибка 40-60-20. На самом деле цифры довольно условные, конечно, тут они не совпадают, они не будут 100%. Но единственное, что вы должны знать прекрасно, что испарение пока – это колеблющаяся величина. А когда у вас разница между температурой окружающей среды и температурой среды, организма и температурой окружающей среды велика, испарение пока практически не происходит. Например, вот сейчас холодная температура, низкая температура, испарение пока не наблюдается. Но скоро повысится температура среды, стать сравнимой с температурой организма, то теплопередача и теплоизлучение резко уменьшается по процентам соотношения и берет на себя управление, прежде всего, механизм испарения пока. Жировое испарение пока играет главенскую роль. Более детально вы с этим познакомитесь на предмете физиологии, там будут более, скажем, интересные взаимодействия. Итак, переходим к понятию температурный гомеостаз. Температурный гомеостаз – явление сохранения постоянных параметров, в частности, температуры, живых организмов при помощи химических процессов преобразования энергии. Например, температура константа – признак температурного гомеостаза. А есть, скажем так, первичная теплопродукция, это называется еще несократительный термогенез, теплота, выделяющаяся при окислении питательных веществ. И сократительный термогенез, теплота, выделяющаяся при выполнении работы. Работа чаще всего бывает механическая. Это может быть, скажем так, работа мышц, как производная, так и непроизводная. Например, при уменьшении температуры наблюдается мышечная дрожь. Она возникает в том случае, если теплоты в организме не хватает, и возникает непроизводная дрожь, увеличивающаяся сократительный термогенез, то есть увеличивающий эффект как вторичной теплопродукции. Это вход в деление теплоты. Выброс теплоты, угорение лишнего, теплопроведение, теплоизлучение, испарение пока. Мы это уже с вами только что разобрали. Ну, целесообразность постоянной температуры определяется тем, что высокая температура, достаточно 36,6, определяет высокую скорость химической реакции. А это высокая скорость метаболизма. Ну, в общем-то, зависимость от скорости химических реакций от температуры определяется уравнением Ван-Гов. Известным вам, конечно же, из элементарной семьи. Итак, идем дальше. Типы терморегуляции. Ну, живые объекты условно можно разделить на три типа терморегуляции. Это политерматерм, источник тепла вне тела, низкий уровень метаболизма и температура тела равна температуре семьи. Это прежде всего беспозвоночные, рыбы, амфибии. А в эволюционно они возникли первые гетерогоны. Гетеротермы характеризуются средним уровнем метаболизма, источник тепла внутри тела, но источника может не хватать в случае экстремальных изменений температуры. И в этом случае они используют дополнительные приспособления торможения метаболизма и впадают, например, в спячку. Это мелкие зимние спящие млекопитающие, те же самые медведи,
так далее. Ну, эволюционные они стоят ниже, чем чисто гомоэктерные животные. У них высоты, у метаболизма самые высокие. Эндотермия, температура тела всегда выше температуры себе, и она постоянно. Это млекопитающие птицы. Мы откусимся, конечно, гомоэктерных животных. А критерий – высокий уровень интенсивности метаболизма, конечно же. А прежде всего, у нас это определяется значительным потреблением энергии со стороны центральной периферической нервной системы. Так, рассмотрим способы терморегуляции. Обращаю внимание, что от ошибки температуры наш организм ведет себя следующим образом. Есть так называемая зона термонейтральная зона. Зона нормотермии, по-другому еще называют. Это обычно, я тут не указывал, температура, это температура от 18 до 22 градусов. Зона комфорта теплового. Почему комфорта? Потому что в этом случае наш организм тратит наименьшее количество энергии для поддержания постоянной температуры. Все определяется сосудистыми реакциями. Я уже обращаю ваше внимание, что сосуды большого круга кровообращения включают в себя так называемые капилляры. Капилляры, они в состоянии покоя, в состоянии комфорта, они имеют часть из них спавшиеся. То есть примерно больше половины, скорее всего. В случае изменения внешних условий, совершения работы, изменения температуры, кровь может заходить в эти спавшиеся капилляры, открывая их. Например, большинство капилляров спавшихся находятся на поверхности тела человека, близко к коже. В условиях понижения температуры они закрываются, и кожа бледнеет. В этом случае кровь, являющаяся универсальным теплоносителем, не подходит близко к кожным покровам и не отдает теплоты в окружающую среду. При повышении температуры капилляры приоткрываются, и кожа слегка краснеет. В этом случае кровь подходит как универсальный теплоноситель, переносящий теплоту из органов почки к поверхности кожи, подходит близко к поверхности кожи и эффективно дает теплоту окружающего пространства. Но если у вас температура переходит за эти пределы, то появляются уже дополнительные механизмы терморегуляции. При гипертермии это может быть покоотделение, а при гипотермии понижение температуры это может быть включение дополнительных, скажем так, механизмов термогенеза, например, мышечная дрожь. Вообще способов терморегуляции довольно много. Они связаны с использованием внешних источников тепла для организма человека, изменением местоположения географического для животных, ну и так далее, конечно же. Об этом можно говорить долго, и тема-то что-то интересное. Ладно, посмотрим на следующий вопрос. Биокалориметрия. Это некое исследование энергетического организма. Прежде всего, она бывает прямая и непрямая. Прямую калориметрию впервые была применена, скажем так, достаточно давно для изучения и определения справедливости первого закона термодинамики живым объектом. А в этом ускорочке прямом калориметре было доказано, что количество энергии, поступающей в виде пищи для живого существа, не превышает количество работы и теплоты, которую он влияет. То есть был доказан первый закон термодинамики. Непрямая калориметрия, косвенная, она позволяет эффективно определить в медицинской практике количество энергии, необходимо каждому определенному человеку за этих судей. Определяется количество углекислого газа и кислорода. Кислорода, конечно, поглощенного, углекислого газа выделенного. Потом за счет пересчета кислорода и углекислого газа, конечно, рассчитывается теплота, которая выделилась при относительно восстановительных реакциях. Основной характеристикой является дыхательный коэффициент, который отношение объему вдыхаемого кислорода газа к объему вдыхательного кислорода. Дыхательный коэффициент для углеводов равен 1, меньше 1 для жиров и меньше
одного для белков. Прежде всего, обращаю внимание, что если у вас DCX-белок, вы помните реакцию биологического окисления, то у вас на 6 моль кислорода, 6, так сказать, скорейшего уравнения, выделяется 6 моль углекислого газа. То есть объем углекислого газа, объем кислорода будет одинаковый и коэффициент равен 1. В этом случае используется энергетический эквивалент кислорода, который будет равен 21 килоджоуль на литр. То есть при использовании одного литра кислорода на окисление такого как количества углеводов будет выделяться 21,1 килоджоуль энергии. Дыхательный коэффициент для жиров другой, для белков другой, потому что в химическом уравнении будет несколько с другими коэффициентами. Ну, конечно же, метод довольно интересный, позволяет очень быстро оценить, скажем так, эффективный метаболизм организма человека. Применяется в медицине, ну, в спортивной практике, метаболограф, так называемый прибор, скорее во многих, скажем так, продвинутых спортивных клубах. Я думаю, что мы с вами разобрали практически всю тему по термодинамике. Единственное, что я хотел бы вам показать, это продолжение, которое вы будете разбирать либо на практике, либо уже на другом предмете, на втором курсе физиология человека. Сама терморегуляция предсказана, конечно же, более сложными вещами. Это теплопродукция. Сократительный – это у нас вторичная теплопродукция, не первичная. Определяется терморегуляционным тонусом, мышечной дрожью, производим сокращение тепла, отдача теплоизучения, испарение плюс конвекция обычно связано. И еще есть механизмы терморегуляции температуры тела. Это идет уже через терморецепторы, конечно же. Через центральную нервную систему, с участием, конечно, гипоталамуса и так далее. Система довольно сложная. В ней участвует множество органов. Но с этими вещами вы познакомитесь уже на физиологии. Я просто обрисовываю общие контуры будущих ваших знаний. Итак, я думаю, что на сегодня мы остановимся. Следующая тема лекции – электрогенез. Мы рассмотрим, как возникают электрические напряжения и крути в организме человека. На сегодня все. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо.